Да. Наверное, правильно сделано. Там впереди еще парочка таких мест. Очень мягкая земля. Ноги в ней начинают проваливаться, а уж колеса. Ну, привет всем комрадам и комрадочкам. Вон машинку я оставил где-то далеко. Короче, правильно сделал. Вот, а иду я. Так, тут беда, конечно. Блин. Как не обидно, но перепахали они не все. Вон, видите, тут кусок. Вон еще стерня кукурузная торчит. Как раз там было имение интересное. Ну как, оно и тут было? Справа. Сейчас мы пойдем на месте, разберемся. Да, блин. Как я и опасался. На самом жирном месте они как-то поленились копать вон там. В смысле пахать. А нам бы там хотелось походить. Но мы сейчас здесь еще пройдемся. Но я решил тут уже, как говорится, прибор-то включить. И вот он сигнал. В принципе, хороший. Так что стоит, наверное, копнуть. Вот тут вот. Запомнили место. Берем лопату и вперед с песней. О, зато копать приятно. Что-то там мелькнуло и погасло. Ага. Похоже, выкинули. Так, это хорошо, не надо долго тут мусолить это все дело. Сейчас проверим. Ух ты. Звенит. О, да. Да, ребята. Какой-то консервы, по-моему. Ерундовина. Со шмурдичком вас с первым поздравляем. И идем вон туда. Так, а это у нас что-то похоже уже на находку. Ну, скорее всего, какая-то конина или накладка на уголок какой-то. Медная, старая. Ветер сильный, товарищи, извините. Ну, вот, видите, где я хожу. Распахано. А вот там вот, где самый смак, нифига не разбавлен. Так, глубокий был сигнал, здоровый, поэтому думал, что ерунда. Но выпало что-то интересное, гляньте. О, я такое похоже находил, правда, в лучшем состоянии. А что это, я, кстати, даже до сих пор не знаю. О, как отпечаталось, гляньте. И от чего это? Таким вот набалдашником медная штуковина. Ну, ладно, дом посмотрим, я вам покажу, уже почищенное, красивое. Так что в конце, в обзоре смотрите. А мы ищем дальше. Ребята, вот что делает техника с ценными артефактами. Был наперсток, стал блин с узором. Вот такие вот пироги. Так что надо скорее выкапывать, пока все не спущено. Так, вот выпал у нас обломочек вилки, ложки, что неизвестно. Похоже, даже с остатками серебрения немножко. Да, блестит он. Но не целая, жаль. Нам надо решать, уходить отсюда или нет. Только я собрался перемещаться в другое место чуть-чуть, а тут, знаете, сигнал хороший. И гляньте, что выпало. Сначала увидел отпечаток, думаю, что-то было, а где ж оно? А перевернул. Вот оно лежит. О, какая. Какое же это серебро. О. Так, только какое. А, советское. Я уже вижу звездочку. Раннее. Серебрушечка. О, упало. Вон отпечаток какой. Так, что это у нас? За красота. А это у нас 10 копеек, 23-й год. Билон РСФСР. Состояние вполне. Почищу в конце, покажу красиво. Берем
Отличненько. Ну надо же, а. Надо. Очень надо. Еще таких прошу. Десяточек. Ищем дальше. А вот топор здоровенный. Выкопали мы. Брать не будем. Именно потому, что здоровенный. Так, что-то у меня опять выпало зелененько, но похоже не монета. А сигнал там фифиговый был. Кстати, вон керамика. Старая, черная какая. О, кирпичи. Вот он, такой фактик. На пуговицу похоже. Сейчас глянем. Вот он момент. Ну, похоже на простую. Не золотую. Ушко загнуто, но есть. Так. Эх. Рисунка тоже нету. Почище иногда бывает внутри что-то написано красивое. Тогда покажу. Все равно берем. Пуговка. Так, сигнал был хороший. Надо проверить. Я его уже выкопал, но не смотрел. Сейчас с вами вместе глянем. Где-то он тут у нас. Ага. Так. Радует. Так. Ага, ясно. Радует нас. Вот такой здоровенной мушкетной дробиной. Пулей. Старинной. Да, в прошлом году их штук 20 тут нашел, а может и больше. Может 30. Ладненько. Да я уже иду к краю вон туда. Там еще пара домов было, метров 500 до них. Так, а это у нас, похоже, поясок от снаряда. Здоровый. И медный. Вот я уже прошел куда. Осталось мне, в принципе, метров 150 до домов. Вон там я копал. Ветрище. Так, почти дошел я. И вот что у нас выпало. Я опять увидел сначала отпечаток земли. Солнце выпало. Что-то вид у нее... болезненный. Так, желтое просвечивает, видать, советики. То ли горело, то ли что. Восстановлению не подлежит. Ладно, проверим, отмоем. Патрон выкопали. Я уж было думал, монета. А нифига. Вот такой вот артефакт. С войны. Остался, я его даже забирать не буду, здесь же оставлю. У дороги где-нибудь. Да, темнеет, товарищи. Очень сильно. Ну что, славно мы поискали. Было немного времени, правда. Тем не менее, находки есть. Как обычно, на этом поле много какого-то загадочного шмурдяка, который трудно иногда понять, вот что это, например. Или вот эта здоровенная свинцовая голова. Или вот это тоже. Это тоже свинец с дыркой. То ли грузило, то ли что. Вот эта штука загадочная. Когда помыл, обнаружились на ней буквы. Вот здесь ВКЭ, по-моему. С этой стороны римская цифра 2. Ну и какая-то насечка. Что за деталь, непонятно. Ну а по монетам, как карик, даже говорить не о чем. Ну, приятная монетка, конечно, это серебро. В хорошем очень сохране. 10 копеек, 1923 год. Советский Союз. Точнее, это у нас еще, да, РСФСР. Вон, гляньте. Была бы редкой, стоила бы чего-то. А так приятно, просто экземплярчик в коллекцию. Кому понравилось, не стесняемся, ставим лайки, пожирнее. Кому не понравилось, тоже не стесняемся, милости просим. Ну и подписывайтесь на канал, потому как сейчас весна, выездов будет много, а значит и видео тоже. Всем спасибо большое, удачи, успеха,
хороших находок побольше серебра, а лучше золота, правильно?